База отдыха Алтын-Сазан. Ну здесь прям чувствуется, деревья так пахнут классно. Вон там вот мини-водопад. И такая мельница. Вот такой арык. Даже мостик есть. Вот сюда вода стекается. Здесь прям чувствуется прохладно. Вот здесь джида растет. Там ива. Вот здесь есть бассейн. Чуть-чуть вода прохладная, наверное, сейчас, но можно. Там лежаки. Это все стоимость входит. Стоимость 6000 тенге с человека. Вроде кажется дороговато, но здесь рассказали много чего есть. Веревочный парк еще есть. Много чего интересного есть. Вот такие беседки есть. Вот там кто-то шашлык уже начинает жарить. Вот такие прикольные ограждения, типа сетки. И с одной стороны как будто ограждение, с другой стороны, в принципе, можно со всеми здесь пересекаться. Вон там казаны что-то готовят. Около пикник идет здесь. Вот. Дальше идем. Вот петушок там. Ну, прям здесь прохладненько, прям чувствуется от деревьев эффект. Здесь, походу, туалеты. Тут арба. Так, вот здесь вот этот алдабакан. Качели. Разные эти. Спортинвентарь. Сейчас дойдем до этого петуха. Здесь какая-то беседка. Здесь на выходных, наверное, полно людей. Вот так вот здесь вот лодка. Даже парус есть. Ух ты, павлины. Мини-зоопарк тут. Вау. Смотрите, какой павлин. Ну, вот здесь курятник. Петух стоит. Охраняет. Вот там еще какая-то будка. Вот рядом вот этот павлин. Чуть не хочется этот хвост распускать на. А это утки, они что-то отдельно стоят. Беспокоятся они что-то. Нет, они просто здесь чилят. Тут козлики. Шалом. Как дела? Так, вот тут барашки. Вот такая вот картина прикольная. Дальше идем. Так, вот здесь вот павлин. Дальше вот эти козлики. И вот тут такая территория. Здесь можно играть в футбол. Футбольное поле. Небольшое, но можно так погонять после пивка. Вот такие вот прикольные инсталляции здесь есть. Топор здоровый. Сейчас посмотрю, может он настоящий, нет? Железка, да. Вот такие вот качели-беседка. Дальше проходим. Как вкусно пахнет здесь. Вот такие урны. Вот это, по-моему, лестница в небо. Написано там. Так, лестница в небо. Не знаю, что там смотреть. Вон туда дальше еще идет. Большая территория. Такая вот арба еще. Старинная вроде, да. Настоящая старинная арба. Вот это большой стульчак. Написано «Ботанический сад». Здесь сказали, есть 68 видов разных деревьев, кустарников. Посадили в этом году еще 3. В общем, примерно 71. Здесь игровая для самых маленьких. Вот такие качели. Все в таком стиле. Походном. То есть нет никакого гламура, да? Вот такого. Вон там еще одна беседка. Беседки вот так вот оборудованы. Там вот для казана, казандык.
Здесь можно посидеть, мангал. Вот здесь вот для пожарной безопасности сделали там топчан и внутри беседка. Там у них своя емкость, пожарная емкость написана. Вот этот еще здесь беседка. Тоже у каждой беседки у них своя огорожена. Вон там лошадь. Что-то кушает она там. Вот здесь еще одна беседка. Так, Зайчья поляна написано. Каждая беседка, кажется, есть свое название. Вот, и опять пожарные эти штучки. Вот, ну, хоть как-то. Вон там еще, как называется, вот этот огнетушитель стоит. Чуть-чуть дровишки. Вот рукомойник, топчан. Вот здесь вот для большой компании прям можно этот нормальный человек, наверное, 50 можно посадить сюда. Вот здесь такие вот стульчики, кресла, чтобы можно было развалиться. Там, по-моему, должен был быть пруд, пока воды там нету, или была, просто не заполнили еще. Вот здесь можно почилить, всякие игры поиграть. Здесь еще один арт-объект. Видите, написано лопата, древний инструмент и уважение момент. Вот это такой вот памятник небольшой. А здесь вот должен быть этот маленький ручеек и вот здесь мостик. Вот оттуда должна вода идти. Вот там еще какой-то домик. Здесь еще одна, скажем так, беседка, место. Ну, самое топовое, мне кажется, это вот это. Зайчья поляна на большую толпу, на большую компанию. А это не просто лошадь, это пони. Здесь он кушает. Это маленький. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот эта локация называется Дударай. Вот здесь тоже. Ну, это на небольшую компанию. Вот здесь вот так вот. Там можно качели покачаться. Везде есть такие вот мангалы, казандык, рукомойники. Ну, на небольшую компанию. Человек, наверное, 15 вот так где-то. Вот здесь еще какой-то маленький домик. Так, вот здесь вот перекресток, это туда на выход. Вот здесь еще один домик, туда можно еще куда-то пойти, но мы пока туда не пойдем, мы пойдем вот сюда вот. В таком вот деревенском формате сделали, как это называется, вышиванка, нет, не вышиванка, ширинка, да, этот полотенце вот эти называются. Здесь, по-моему, можно еще этот внутрь зайти. Типа, как в деревне. Вот мангал в виде барашка. А это, наверное, чьи-то настоящие носки. Это, наверное, не инсталляция, не арт-объект, да? Как я подумал. Так, идем дальше. Вот здесь вот такая дорожка. Сюда можно заехать на машине. Но с машины 2000 тенге. То есть с человека 6000 и с каждой машины по 2000. Вот этот джеда. Очень вкусно пахнет. Сейчас как раз у него сезон, когда распускают цветочки. Запах как у конфет. Такой очень сладкий-сладкий приторный запах. Приятный очень запах. Так, вот здесь, кажется, территория уже заканчивается. Вот, но они здесь приготовили вот там палеты. Еще какие-то деревяшки здесь у них. Готовит, по-моему, что-то. Здесь вот это поле позволяет что-то сделать, наверное. Так, оттуда я что-то не видел, а вот с другой стороны здесь какие-то тарзанки. В общем, мне сказали, что здесь есть веревочный парк. Ну, когда в ту сторону пойду, надо посмотреть его.
Здесь уже поле. Дальше не знаю, что, по-моему, ничего интересного нету там. Просто открытое поле. Так, дальше идем. Это, кажется, туалет. Здесь еще куда-то ведет. Там домик. Здесь просто лес. Как заросли. Там написано рыбацкий хутор. Посмотрим дальше. Вот такой вот рыбацкий хутор. О, вот здесь можно прям. Вот, по-моему, самое дальнее, кажется. Вот здесь можно сесть, поесть. Но сюда что-то давно, кажется, не заходили. Здесь прям заросли. Вон там фазандак. Здесь этот для мангала. Там беседочка. Там вообще вот заросли. Как джунгли, прям не пройдешь. Вот здесь вот этот какой-то контейнер. Здесь жут, кажется. Газ есть. Прям как Нива Таро, прям. Посмотрите, сколько зарослей здесь. Вышли с этого рыбацкого хутора. И направляемся вот сюда. Куда-то сбоку. Это такая вот закрытая беседка. Здесь с кондером. Летом жару нормально должно быть здесь. О, это вот такая вот вообще симпатичная. Как вот эти модные сейчас глэмпинги, или как называется. В таком стиле выполнено. То есть вот тут тоже все есть. Вот прикольно прям. Интересно сделано, да? Регламент работы с 9:30 до 7:30. И нужно где-то в 6:30 все сдать. Это вот такие типа кресла-лежаки. Вон там топчан. Вот. Они, знаете, куда смотрят? Они смотрят на ворота. Наверное, если кого-то повесить, ну, типа, там рыбу там. Может быть, качели хотели сделать, наверное, не успели сделать еще. Ну, здесь посадили тую. Вот, да, еще молодая. Вот она вот так выглядит издалека. Ну, как будто этот домик в деревне. Там еще будка для собаки. Сюда поворачиваем налево, и еще одна дорога идет куда-то. Сейчас пойдем посмотрим. Там вот выход на Урал, но сейчас пока закрыт. Я там еще другой живу. Да, другой выход есть. Не, есть вот есть. Такая вот поляна. Вот желательно отсюда выходить, там да. Плот есть. Ага, а, там плот есть, да? Да, отсюда выходить. А, вот она вот затоплена вот здесь чуть-чуть. Но раньше выходили. Вот, здесь у нас опытная, так сказать, станция. Здесь выращивают вот эти тополя, да, как вы сказали? Туранговый тополь. Туранговый тополь. Лесопользующий. Да, адаптированный под нашу местность. Такая вот природа здесь.